Пожалуйста. У меня один вопрос. Почему наш Балаковский водоканал при всей своей передовой деятельности не занимается вывозом жидких бытовых отходов? Почему у нас занимаются этим все частники в черном, а эти деньги идут мимо казны? Вопрос сложный. У водоканала отсутствует разрешение, лицензия и условия для вывоза жидких бытовых отходов. Это настолько долго и дорого делать, что за эти годы невозможно было сделать. Ну, вы помните, мы по этому вопросу собирались и с тем бизнесом, который этим давно уже занимается. Поэтому один из вопросов в том числе, что делать тогда тому бизнесу, который эту работу выполняет уже исторически на протяжении многих лет. Мы здесь тоже должны сохранять определенный баланс сохранения и, так сказать, других конкурентных преимуществ для малого и среднего бизнеса. Это первое. Второе. Все возможности для организации этой работы были предоставлены, в том числе и водоканал предоставил такую возможность конкретного коллектора, который содержится в надлежащем состоянии, услуга оказывается надлежащим образом. И когда мы просчитывали экономику, то средства, которые пошли бы не в казну, а именно, если говорить о доходной части для водоканала, то с учетом большой инерционности услуга могла бы стоить намного дороже для жителей. То есть получается, тот бизнес, который сейчас занимается, у него есть лицензия? Тот бизнес, который занимается, у него есть, по всей видимости, лицензия, он несет ответственность за свою работу. Михаил Ильич, есть что добавить сюда? Нет. Ну, вопрос, надо признать, на самом деле, он не легкий. Здесь, прежде чем принимать какое-то решение, что называется, взвесить все плюсы и минусы, как для жителей, в первую очередь для жителей, конечно, и для того мелкого бизнеса, который все-таки работает и имеет рабочие места.